том числе, как я уже сказал, например, расслабленная работа рук и, кстати, ног тоже. То есть многие смотрят, что мышцы активно принимают участие в акте игрового шага, в цикле игрового шага. Но каждая мышца должна также расслабляться. И бунт должен быть лежать и активно, и при этом расслабленным. Дополнительно играет есть физиологические факторы, да, химические. Это, собственно, простым языком говоря, это тренированность человека. Чем выше квалификация спортсмена, тем выше его динамичность. Понимаете, да? Что это самые лучшие бегуны, это как раз имеют большую динамичность, за счет этого они лучше. Ну, то есть, условно, допустим, если техника тоже зависит от правильно подобранной обуви, то это тоже является одним из третьей дистанции. И здесь у нас оценка основных параметров физических качеств.